Свыше сотни ярких воздушных шаров взмыли в небо над британским Бристолем. В ежегодном фестивале приняли участие энтузиасты воздухоплавания со всего мира. А полюбоваться этим зрелищем приехало около 500 000 человек. Этот год для фестиваля юбилейный. Ему исполняется уже 40 лет. Кроме смотра воздушных шаров, программа включает в себя демонстрационные полеты самолетов и вертолетов, прыжки с парашютом, имитацию воздушных сражений, выступления артистов и музыкантов, выставки, а также забавные конкурсы. Я впервые участвую в фестивале воздушных шаров в Бристоле. Я очень счастлив. Если сравнивать Англию и Таиланд, то могу сказать одно. Здесь ветер сильный и порывистый. Он усложняет процесс посадки. В Таиланде ветер спокойный. Летать гораздо проще.